Больницы, детские сады, школы юного творчества, восстановление исторического центра и строительство жилых домов для очередников. Городская комиссия по вопросам планирования застройки территории, дизайна и архитектуры на своем очередном заседании утвердила проект, разработанный управлением капстроительства. На работы депутатам на ближайшей сессии предложат выделить 3,5 миллиарда гривен. Программа предположительно будет реализовываться 4 года. Это строительство двух новых жилых домов, которые, не скажу, что решат полностью, но порядка 118 семей очередников, которые стоят на квартирной очереди. Это и многодетные, и ветераны АТО, и другие льготные категории граждан смогут получить квартиры согласно квартирной очереди, на которой они находятся. Я очень надеюсь, что за 2-3 года мы этот вопрос закроем на 100% и 118 семей смогут получить новое жилье согласно очереди.